1418 дней русский солдат сражался с фашизмом, борясь за свободу нашей Родины и мир во всем мире. В каждой семье есть свой герой, которому все мы обязаны мирным небом над головой. Артемий Кудряшов, ученик 5 А-класса Новосельской школы, как и многие его сверстники, помнит и гордится мужеством и подвигом своего прадеда. Вот мой прадед в центре. Ему на этой фотографии 21 год. Моего прадеда звали Денис Иванович Науменко. Когда ему было 17 лет, началась война. Его призвали на войну в 1942 году. Сначала его направили в саперный батальон, а после в разведвзвод. Он воевал на Южном фронте, первом и четвертых украинских фронтах. Участвовал в освобождении Крыма и Севастополя, за что удостаивался благодарности от верховного главнокомандующего. Участвовал в прорыве немецкой обороны на Сандомирском плацдарме. Прошел с боями всю Венгрию, а победу встретил в Австрии. Вот это орден славы за владение немецкими городами Грюнберг, Зарау и Зандерфельд. После войны вернулся домой и начал работать на железной дороге. Проработал на ней более 50 лет. Работал на ней обходчиком железных путей и осмотрщиком вагонов. Умер мой прадед на 87-м году его жизни, в 2010 году. Дорогие наши ветераны, хочу от души вас поблагодарить за мирное небо над головой, за то, что вы дали нам возможность быть свободными и счастливыми людьми. Огромное спасибо за ваш подвиг. Мы вечно будем помнить.